В день открытых дверей Музей спортивной славы абсолютно бесплатно посетили сотни детей, воспитанников летних пришкольных лагерей и спортшкол города. Сегодня музей насчитывает десятки экспонатов, которые рассказывают об истории спортивных побед в Сочи и России вообще. Детям показали инфокарту, на которой можно рассмотреть Олимпийский парк с его ледовыми дворцами и аренами. Кроме того, гости музея с помощью инновационных технологий смогли пролететь в виртуальном пространстве над олимпийскими объектами и убедиться в грандиозном масштабе строительства. Приглашены сегодня дети, это подрастающее поколение, которое завтра будет у нас в первую очередь пользоваться тем, что сегодня построено. Построено, вы видите, немало. Городом Сочи сегодня можем гордиться как со стороны того, что это город прекраснейший, преобразившийся город, но также и со стороны того, что это город действительно город спорта, город физкультуры, город здорового образа жизни. День открытых дверей в Музее спортивной славы провели при поддержке Олимпийского комитета России. Кстати, в ближайшее время его представители пополнят копилку уникальных экспонатов музея. На его полках появятся мячи, подписанные членами волейбольной сборной России, гимнасткой Евгенией Канаевой и ряд других экспонатов.